Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, у нас сегодня Teardown. Есть прохождение первой части на моем канале, но вышло обновление, я ждал его 0.9.0, как мы видим, да? Вот, вышло обновление, добавились две локации. Не помню, какие, по-моему, тропический лес и снег, по-моему, идет. И добавились какие-то новые персонажи, роботы. Вот, сейчас просто посмотрим обновление, не знаю. Челлендж, модс, давайте компанию попробуем, посмотрим. Да, я тут смотрел, так, часть 1, смотрел. Так, а мы же прошли ее. Ой, подожди секунду. Подожди, main menu. А что, есть лоудинг, где есть? Так. Так мы же проходили, по-моему, нет? Или типа в модах? Часть 1. Так, есть прохождение. Мы же уже проходили же здесь. Я помню, что мы проходили. Приехали к дядюшке на ферму. Да, что здесь? А как мне попасть это? Закрытые. Open the gate. Так, опять у меня, секундочку. Так, continue. Вот и здесь пришло уже. Блин, секунду. Так, подожди, а чё? Quick save, restart, quick load. А как нам? Блин, заново что ли проходить? Я не очень хочу. Блин, а где роботов мне найти сейчас? Сейчас я попробую уровни загрузить. Посмотрим. Так, секундочку. Да. Тут обучают. Так, это мы взяли. Краску взяли, молоток. Все, наши основные, да. Что там, куда? Включить электричество. Да мы делали это все. Ладно, сейчас вспомним. Иди, говорит. Читай свой e-mail. Так. Не хочу. Так. Дайте в main menu зайдем. Так. А где левел? Левелы есть? Так. Ага, вот. Подожди, outlook. Мы отсюда, откуда мы убегали-то? Как последняя была? Это были. Давайте загрузим. Глянем чисто, посмотрим. Что-то мы в туалете в каком-то. Что-то где это? Ого, вот это прикольно. Ну, якобы нас ожидают, это торговый центр. Смотри-ка, блин, прикольно. Мне нравится. Роботы должны. Но это якобы сейчас они тут должны ходить, либо что-то еще. Типа они долго работали, целый год создавали. Видимо, прикольно здесь будет. В общем, да, я открыл все эти. О! Нифига себе. Винтовки все открыл себе, что ли? Ядрен батон. Что, картина не падает, что ли? Мы чисто смотрим уровни. Прохождения здесь как бы нету. Блин, какой? Фига себе у меня. А, нитроглицерин. Не могу прицепить. Такое.
Что за херня? А, дырки делает, что ли? Так, ну это понятно. Так, это понятно. Сейчас по этому уровню походим, посмотрим, что как. Поуничтожаем его. А что, сейф? Сейф. Что-то я каких-то понаделал себе тут этих. Шотган. Дал какой силач. Тихо, ты не падай. Так. А, это просто шкафчики, что ли? Ну-ка, нитроглицерином сейчас попробуем забубанить. Ну, так, нитроглицерин. Хуеть себе, блядь. Оба-на, пипец, прикинь, стены нету, все, да ебануться. Ты видал? Нет, ну ты видал, здесь можешь так угорать, так. Так берешь, так, хоп, бэм. Это, к сожалению, если у тебя слабая видеокарта, здесь будет все по кадровка. Я когда помню, что-то взрывал здесь, у меня вот прям по одному FPS-у, так чик-чик-чик. Падает и все. Ну, я имею в виду, просто по кадрам вообще невозможно играть, когда тут все обучу. Это что за город? Я здесь ни разу не был. Ты стоишь, что ли? Фига себе. Ну-ка, падай. Падай, кому говорят. Тихо, только не на меня. Все, тачку. За тачку, да, страховка покроет. Прикольно. Мне нравится, смотри. Блин, это точно? А, ну да. Вот есть двухстволка такая, смотри. Они в каждое оружие, если ты проходил, если не проходил, не буду спойлерить. В общем, даются в каждой миссии. Здесь автомат, так. Фига себе. Ну, мы сами двери себе находим. То есть открываем окна, двери, так. Господи, что случилось? Тележечка какая-то. Так вот сделаем. Так, потом. Дык-дык-дык. Так вот. Ух ты, мимо. Классная штука. Что-то горит. И вот эта мелочь, как бы, вот этот дым, он изжирает весь FPS, кстати. Мне прям понравилось. Ну-ка, давайте попробуем сейчас сюда. Да, сюда. Давайте еще сюда. Потом вот это еще сюда. Потом еще сюда. Вот так на угол. Потом я так сделаю. Так, отходим. О, видели, что у меня есть? Ух ты. Ух ты. Ну, классный уровень, кстати. Я здесь что-то не был. Ух ты, видал как? Нет, ты видел, что? Красота. Вообще, блин. Наслаждайся, называется, этим. После, как бы, плохого трудового рабочего дня приходишь домой, так, хоп. И все. Блин, я думал, попаду. Хочу еще взорвать. Не нравится мне этот фастфуд. Там даже эти, видишь, люстры трясутся. О, видал, как круто. Самое прикольное, что здесь типа по физике все сделано. И... Что там, какой-то пуль непробиваемое стекло? Что... Ух ты, прям красота. Видал, как прям долетело. Ну, сейчас расширим. Оп. Нифига себе. И ничего с этой люстрой не происходит. Они все, видишь, сломали. Красота.
Главное самому не подорваться. Все, нету люстры у них. Была люстра и нету люстры. Все, кранты. А еще могу вот такую штуку показать, смотри. Вот туда берешь, так, хоп, отходим, отходим, отходим. Отходим. Но это все моды. И... это, видимо, карта какая-то не очень. А здесь еще кратер стройку делаете? Дом строите, да? Ух ты, дом строите. Вот вам дом. Вот вам еще кратер, смотри. Сейчас как будет. Бабах. Видал, какая красота. Это все жрет. Если слабая видеокарта, еще вода здесь. Но мы не утонем. Так. Ну это я все скачивал модами. Так что. В нормальной игре этого нет. О. Так, о. О. Сейчас буду это, попробую это люстр снести. И пойдем на вторую карту. Вторую, третью там еще. Стрел так, оп. А это все, что ли, же? Все, что осталось? Нет. А что там не падает? О! Ну, все, сейчас еще пару тросов перебьем. Вот тут еще. Опа! Ах ты! Все. Вот еще один. Так, подожди, вот тут. Вот так вот. Идеально. Все. Видите, там по физике как прикольно. И тем самым игра, она и завлекает, как бы. Все, пойдемте в main menu, пойдемте на другую карту. Так, здесь мы были, вечереет, а здесь Крустран. Это что за... что такое? Мы сбегали отсюда, что ли? Подожди, с какого-то города мы с вами убегали. Да, мы тут напрыгали на катер. Точно. Точно, 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 точно. Вот так тоже можно сделать. Ух ты, я второй не заметил. Вот так можно сделать. Вот так вот. Был гейстейшн. Нету гейстейшн. Красота она прям. Называется воксельная графика. Я тех, кто не знает, для тех, кто знает, молодцы. Если знаешь, молодец. Дураком быть сейчас не модно. Что, закрыт, что ли? А вот так. А так открыто. Сейчас, секундочку. Ой, будь здоров, спасибо. Так, забегаем. И выбегаем отсюда. Здесь ничего нехер делать. А тут много чего интересного. Может, там что-нибудь красное есть? Нет, нет. Короче, мы тут бежали вроде, да, сквозь эти дома. Ух ты. Ага. И, а я думал этот. Прям плыли за нами вертолет. Блин, не буду спойлерить, а то что-то спойлерю. Этот уровень я помню. Ага. Прикольно. Что там, красное? Ага, сейчас все будет взрывать такое, знаешь. Взрывоопасное, так сказать. Бомбермен. Ну, прикольно. Те, кто не видел прохождение, посмотрите, на канале есть у меня. Так, ну, что-то здесь как бы скучно. Мы здесь как бы уже бегали, смотрели, все. Лазывали, так сказать. Тут типа офисы у людей. Ну, все красное, хочу взорвать. Что тут еще есть? Ну, как бы...
не ломается дверь. Можно мебель взять вот так прям. Как из это, из какого-нибудь советского фильма обычно в окно выбегает, так разбивает и выбегает. Так, ничего здесь, в принципе, нет такого. Табак. Да? Но мы... Очень опасно это было сейчас только что. Все, мы не курим. Что-то зацепило даже. Ах. О, разлетелись. Увидишь по физике сейчас. Оп, сломались. Пока мы там не были, что-то. Почему? Ага, понятно. Ля-ля-ля. Нет у них моста больше, все. Эти не уничтожаются, что ли? Ух ты. Главное, чтоб током не задел. Ну-ка, точнее бьет. Во. Да они там крепятся. Все, нет проводов. Там горит что-то. Нравится вот так иногда. Залипаешь такой, хоп-хоп-хоп. У тебя когда есть все оружие. Домик прям разлетается. Красота. Так, нитроглицерин. Ага. И пойдем на другую эту. Прям хорошо. Нравится. Нравится. А что у вас тут горит? А ну-ка, знаешь, я сейчас сделаю. Сейчас попробуем дурачиться. А, это не взорвалось? Блин, прикинь, сейчас взрыватель. Так. О! Прорвется. Так, смотри, что делаем сейчас. Прям поближе поставить, чтобы я оттуда мог шандаракнуть. Так. Так, этих стен, этой стены нет, нет, здесь тут. Оп. Так, это висит здесь что-то еще? Это висит что-нибудь? Так, не висит. Стоит у нас на одной стенке, так сказать. Дай выйду. Открывайся, ворота. Глицеринчик еще сюда. Чем больше, думаю, тем лучше. Здесь, в принципе, ничего нет у нас. Забыл там заложить. Все бывает старее. Прям обложимся. Все здесь, чтобы наверняка так. Троечка такая. Пистолетиком так оп. Пистолетиком так хоп. Опа, и дом рухнул. Все, нету дома. Здрасте. Здрасте, мордасти. А мы пошли на новую карту посмотрим.
Так. О! О! Красота! Это этот кризис, да, кризис. Кто здесь? Вообще прикольно, нравится. Нравится мне. Нравится, давайте зайдем. Карта новая. Опа. Варварски так. Заходим к местным. Стоять! Бояться, деньги не прячут. Что здесь такое? Кстати, видел GTA карту. Правда, она такая масштабированная слишком, но какие-то эти живут. Уже никто не живет здесь. Здесь больше никто не живет. Так, надо было на вышку залезть, посмотреть, что там. Бунгальчики тут смотрим. Эмуляторчик. Автосервис. Нравится. Да вот так вот прям можно превьюшечку поставить. С молоточком. Вообще классно. Классная карта. Ну, прям визуально много зеленого. Прям хорошо. Так, а здесь что? А туда мы не проникнем. Что я роботов не вижу? Реально кризис какой-то. Надо залезть на вышку. Предлагаю тогда спуститься. Пещеры здесь. Смотри-ка, здесь прикольно будет, интересно искать маршруты выхода с этой локации. Но я хочу залезть на эту, на вышку посмотреть. Тут нету, надеюсь, этих крокодайлов. Смотри, там что-то интересно. Не, ну прикольно, 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 прикольно. Мне нравилась эта игра. Я сразу ее долго ждал. Люблю такую воксельную графику. Я уже не раз об этом говорил. И как нам туда попасть? Господин. Ага. Какой-то типа летнего этого. Как бунгальчики тут. Аля, это как там? Аля. Аля Тай. Забыл, как называется. Ух ты. А, смотри. А вышка? Подожди, на какую я вышку хотел залезть? Робот, что ли, разобран? Не, какие-то корзинки. Что за эта дверь еще будет мешаться? Так, сейчас залезем. Ух ты. Хрена себе. Так, так, так. Даже вот так можно сделать новую карту. Это прикольно, да, на превью? Так, ну что, предлагаю тогда это. Ты как держишься еще? Ну, мы туда уже не полезем. О. Это кто? Что за бегемот? Какой-то бунгал, непонятно. Знаешь, типа Far Cry напоминает, сейчас типа с парашюта прыгаешь такой. Так, туда, и там конец у нас, что? Что это там такое? Мы там не были? Ладно, спускаемся. Блять, спускаемся, говорю, не падаем.
что-нибудь это сделаю. Такое. Смотри, там какой-то катер. Был. Был катер, теперь посудина дырявая. Блин, а я думал, это взорвется. И напарили меня. Так, второго этажа нет, пошлите. О, это что такое? Не знаю, что это было, но это была, по-моему, подстанция. Смотри, здесь еще что-то. Ох, тачки какие-то положили. Дай-ка туда сбегаем, посмотрим. Посмотрим. И чё? А как мне туда попасть? Там, по-моему, тоже что-то было, не? Не, отсюда я не залезу. И отсюда тоже не залезем. А так, блин, а так залезем, секунду, проверим. Залез. А, туда нельзя. О. Смотри, там что, подстанция. А, мы ж там были, да? Ну да, мы оттуда и пришли. Хрена себе тут вход нашел, смотри. А здесь мы не были. Хрена себе тут сральник-умывальник, прикольно. Прикольно. Ух ты, господи. Ой-ой-ой, что это с газовыми баллонами здесь происходит? Кто-нибудь подскажет? Что там такое? Мы там... Давайте туда сходим. Смотрим, это лифт. Это лифт. Должен быть лифт. Как? А, то есть лодка сюда заезжает. То есть, получается, ее поднимают и ремонтируют здесь что-то. Ловко они придумали. Ловко, ловко. Что за сопля тут висит? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, газовые баллоны. Ну и чё? Открывайся. Дай пройду. Чё-то странное здание какое-то, вообще не пойму, чё. Бывает. Так, ну пойдемте еще в одно тогда. Я думаю... Взорвется что-нибудь. Нет, не взорвется. Тоже не взорвется. Там были. А, ну да, мы там были. Вот через это пролезли. Ну, видит забор кто-нибудь. А, это накопитель воды. Ну-ка, а что здесь? Ладно, предлагаю тогда еще одну карту посмотреть. Какая у нас была? Это, да? Не знаю, как все же... Ох! Вообще прикольно. Вот это ближе уже к нам. Ближе к нам уже. Что это такое? Что с пылесосом? Фабрика роботов, что ли? Конвейеры здесь. Вниз лифт. Не, я пешочком. На улицу выйдем, посмотрим, что здесь. Прикольно вообще. Мне нравится. Это лифт должен еще ниже есть, что? Фига себе.
Красота. Много стекла, много этого. Много чего разрушить можно. Что здесь? А здесь что? Опорный пункт? Что здесь? Секретная база, подводные лодки. Что здесь такое вообще? Аж двери пооткрывались. Так, там мы были, не были? Непонятно, что здесь. Главное, чтобы нигде не прилетело, а так хоп-хоп-хоп. Бах-бах-бах. Бах-бах-бах. Пускай. Стрельби. Бежим, бежим. А. Зацепило. Увлекся, так сказать. Снег прям под ногами. Да, я подниматься не буду, херня какая-то там. Здесь что? Вот здесь интересно. Сейчас на четвертый поедем. Я все жду, какие-то роботы вылезут отсюда, нет? Да? Ну вот такой вот причальчик. Так, смотри, там что. Аж по этажам сейчас спустимся, посмотрим. Че, мы так прям высоко, что ли? Смотри, вертолетная площадка. Дына, видимо, достигли. Так, я застрял. Все, не застрял, блин. Что ты будешь делать? Такая штука у меня есть еще. Нету балкона у них. Все, до свидания. У тебя нет балкона. Что это было? Себе боевые роботы. Га себе роботы, смотри, боевые. На тебе боевой робот, на тебе боевой робот. Так, чё, нету роботов, что улетели или разорвало? Походу дело разорвало. Дальше похер.
Я вот не пойму, их правда разносит или они лежат где-нибудь, нет? Прицепили нитроглицерин, теперь взорвать не можем. Не, просто хочу проверить. Да, ему похер. Хрена себе там, смотри, чё. Видимо, они потом как-то просыпаются, начинают гоняться за тобой, не? Так. Чё здесь еще есть? Дай-ка попробуем что-нибудь сделать. Здесь пола нет, что ли? Все, короче, куда-то провалились. Хер пойми, где, чё. В общем, вот такая игрулька. Будем ждать в компании сюжетной. Да что-то взорвалось. Там какие-то, видимо, эти секьюрити. Непонятно. Да, пойдем спустимся, посмотрим. Так, это наша яхта. Че это, где это мы, блядь? Какие-то боевые роботы, что? Ракетные установки туда. Ну-ка, интересно. Что-то вообще не понятно. Это биозащита, что-то, видимо, какая-то секретная лаборатория, А, Б, С. Что здесь еще? Насим в какой-то шахте. Какой-то плазмомет, блин. Это че, кто ты, кто? А, человек, по которому типа стрелять надо, что? Нет, там ничего нет. Вот такая вот секретная лаборатория. Такой вот уровень. Такая вот прикольная игрулька. На самом деле прикольно. Решать здесь головоломки, как бы Индия. В общем, что, предлагаю тогда, наверное, на этом закончить. Выйдет сюжетка, начнем проходить ее. Блин, почему-то у меня сохранения не осталось. Странно, конечно. Вот. А на этом давайте заканчивать.
он the future, будущее уже здесь, так. Ну да, в принципе. Вот, а на этом давайте заканчивать. Продолжим, ну, в следующей серии, не знаю, да, прохождение второй части. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист игры о прохождении первой части будет в описании. Также не забывайте про все уведомления, уже говорил, да. Ну, в общем, берегите себя и пока-пока.